Привет! Вы на канале Ксения Шоу. Сегодня с Ксюшей нам пришли в гости сюрпризы. Киндеры и какие-то карандашики. Что будем первое открывать? Карандашики? Да. Давай посмотрим. Что там внутри? Ух! Все, готово. Но если это карандашики, значит они рисуют по идее. Давай попробуем, рисуют они или нет. Держи листочки. Ой, все попадало. Рисуют, ничего себе. Ты двумя руками сразу? У нас карандашики со спанч-бобом и листики со спанч-бобом. Четыре карандашика, четыре листика. Вот такие вот разукрашки со спанч-бобом нам попались с карандашиками вместе. Можно рисовать, да. Давай зеленый. Ты порисовала? Да. Молодец. Теперь что будем делать? Открывать еще киндеры. Сколько у тебя киндеров? 5, правильно. Попалась шоколадка? Ой, шоколадка! Уже открывается. Ты съела шоколадку? Ну что, открываем яйцо? Откроешь сама? Нет? Ну давай маме. Что там попалось? Колечко, колечко попалось? Даже 2. Ничего себе! Есть еще что-то там? Ну, показывай. Еще колечко. Да, вот это красота. Теперь у Ксюши уже почти на всех ручках будут колечки. Да, Ксюш? Ты балуешься? Ну давай еще следующее яйцо. Это мы купили польские киндеры. Они с розовыми цветочками. И там все сюрпризы должны быть для девочек. Уже поубирала. Молодец. Открываем. Мы открываем нашу капсулку. Она оранжевого цвета. Значит, там должна быть коллекционная игрушка. Ух ты! Там такое, Ксюша! Тебе понравится. И вот наша лошадка вместе с зеркальцем. Такая лошадка-модница. Мы открываем следующее яйцо. Давай, открываем. Вот это. Так, давай вот это. И вот это, и вот это. Да. Что там? Маленькая какота. Маленькая кака. Да, маленькая кака. Ты открываешь там яйцо? Что-то мне ничего не видно там. Шоколад. У нас опять желтая капсулка.
Ксюша расставляет свои новые игрушки. Да, Ксюш? Что там у тебя? Это дядя. Это дядя? Да. Ну, давай, доставай все. Будем собирать, наверное, дядю. Да, точно, будем собирать. Ну, давай будем собирать робота. Давай. Давай. Давай, сначала соберем. Это все детали? Да. Сейчас мамочка разберется. Он кушает лошадку твою? Да. Ай-яй-яй. Он же должен был быть спасителем. А он ее ест. Вот что за роботы пошли, да, Ксюша? Кошмар. Ну, давай будем клеить на него наклейки, а тут оно вообще непонятно, что ли. Я только мою осу, и я Максим. Осу. Я осу. Держи наклейку, это ему на лицо. Боже, этот робот такой вредный, он хочет скушать нашу лошадку. А ну покажи робота. Мы приклеили нашему роботу лицо, вот такой вот получился у нас симпатяшка. Держи своего робота. Угу. Всех оставили. И открываем следующий киндер. Ксюша не хочет открывать следующий киндер, поэтому его откроет мама, да, Ксюша? Папочка. Колечко еще одно попалось. Собачка. Ух ты, какая классная. Смотри, Ксюш, дай колечко. Его можно одеть вот так вот. Его можно одеть собачке, как ошейник. Ой. Держи. Когда оно не держится. Нравится? Как нет? А, на руки хоть. Ксюша уже открывает следующее яйцо. Последнее на сегодня, да, Ксюша? Есть. И все. Открывай. Ты проголодал? Ну, Ксюша, у тебя теперь есть колечки на все пальчики. Да, Ксюш? Ты рада? Да. Какой тебе сюрприз больше всего понравился? Какой? Вау! Ой, все разлетелись. Ну что, Ксюш, говори, ставь лайк. А мы спать. Да?